Время сушить весла. В регионе подошел к концу сезон навигации. Уже 7 ноября завершается навигация для всех типов маломерных судов, то есть выход на воду любой лодки, кроме оперативных служб МЧС и Рыбнадзора, строго запрещен. Исключение сделано лишь для двух водных объектов – водохранилища Смоленской АЭС в Десногорске и Смоленской ГРЭС – это озеро Сошна. Использовать лодки и катера на этих водных объектах можно круглый год с учетом ограничений, установленных правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Эти и другие нормы содержат постановление администрации Смоленской области от 14 апреля 2021 года № 240.